Пациенты обедают на улице, гуляют голыми во дворе учреждения и спят на полу. Эти снимки повергли пользователей социальных сетей в настоящий ужас. Их выложила мать одного из пациентов туркестанского психоневрологического учреждения в качестве доказательства того, что душевнобольные люди находятся там в нечеловеческих условиях. Скандал был сфабрикован, а снимки – нечто иное, как фотомонтаж заявил на брифинге заместитель руководителя управления координации занятости населения и социальных программ. Работники, которые являются свидетелями, просто боятся признаться в этом. По словам Лауры Сардарбек, которая заявляла об этом материале, она при беседе с рабочей группой из республики сказала, что эти фотографии не были сняты ею не были сняты, хотя она написала, что она снимала, да, но она сказала, что ей передали эти фотографии кто-то из работников этого учреждения, одним из работников, да. Фотографии, они реальные, они же не взяты откуда, не важно, что кто их снял, они реальные. Ну, здесь после этого шумного материала, конечно, некоторые работники признались, хотя они сейчас просят об этом, чтобы пока не говорили, да? Комплексную проверку провела рабочая группа, созданная Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. Факты проживания в медучреждении лиц с открытой формой туберкулеза они также не нашли. Зато комиссия выявила нарушения предоставления медицинских услуг и недостатки в оформлении документов персоналом медико-социального заведения. В старом корпусе проживали по 5-8 человек. По 5-8 человек. Ну, там разные комнаты есть. Я определенно сейчас не могу сказать. Есть разные комнаты, да. И приходилось некоторым, например, из них по 3-8 квадратных метров или по 4-2 квадратных метров. Вот разные получились. И теперь нашли выход. Тем более новый корпус ввели в эксплуатацию. И как раз мы расселяли этих получателей. И на момент проверки, конечно, эта работа еще не была завершена. После выявленных нарушений был уволен и оштрафован на 70 месячных расчетных показателей директор психбольницы. Еще на 10 МРП оштрафовали врача-психиатра. Один сотрудник освобожден от занимаемой должности, другой понижен в должности. В отношении 17 сотрудников приняты административные дисциплинарные меры воздействия. Шинар Уразова, Нургали Кушаналиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».